так. То есть вот получили вот такой вот интересный край. Вот. Это лицевая сторона. Вот это представим крыло. Вот они у нас. Крыло на машине. Вот она вставляется. И за счет того, что тут есть пазик, как раз миллиметровой глубины, у нас эта поверхность получается за подлицо. И вот эту вот канавочку образованную, вот тут канавочку, да, мы заливаем ее сваркой, зачищаем, и получается, в принципе, ровная плоская сторона. Эффект сварки встык, но сварка у нас получается внахлёст. Вот, что очень удобно делать, да, как бы изнутри. Показать свой кромкогиб в более подробном виде, там просили люди. Ну, это маленькие тисочки просто для устойчивости, то есть можно крутить, вертеть, чтобы удобно было. Мы нажимаем, у нас точка опоры. Рычаги тут сантиметр где-то по полметра получается, то есть гнем, крутим, не напрягаясь. Вот сейчас мы ее открутим. Вот они вот так выглядят у нас сбоку. Значит, вот такая конструкция. Что мы здесь видим? Видим, что во время раздвигания вот губок, раздвигания губок происходит вот такое вот движение. Это 25-я трубка. К ней приварены буквально вот два кусочка шины, ну и косыночки с одной, с другой стороны. Два отверстия, тут такая получается П-образная штука. Это вот верхний рычаг и нижний рычаг, соответственно, да, идет. Вот он, трубка. В эту трубку. Ой, как бы это показать. Так, сейчас попробуем его раскрутить. Если у нас получится. Так, вот болтики у нас. Болтики на 12. Так. Сейчас я возьму ключики. Вот. Сейчас мы попробуем разобрать этот инструмент. Просили показать его более подробно. Попробуем это сделать. Вот. Вот разбираем его на составные части. Так, ну это пускай остается. Значит, что мы тут видим? Мы видим здесь вот такой паунсончик. Вот такая вот деталь. Вот она. Вот этот как раз зубчик, выступ. Он и является формирующим. Здесь у нас штуки есть ответная такая же самая деталь, то есть они одна в одну вот заходят и гнут металл. Вот, ну, вот так вот они вот так вот и делают. Вот это движение нам надо чем-то сделать, да, у нас для этого сделан рычаг, у нас есть точка опоры, вот он,
точка опоры, вот, относительно которой шевелится верхний рычаг. И, соответственно, вот этими болтиками, вот этим отверстием он соединяется соосно с нижним рычагом. Вот. И происходит вот такая вот система. Вот все развалилось, растерялось. Вот. Что здесь можно сказать? Ну, вот здесь примерно миллиметров вот в этом отверстии линейку. Значит, повторяю. Труба у нас 25-я. Шинка у нас тоже 25-я. Ну, 30-я, 25-я, не важно. Длина плеча у нас 100 мм. Расстояние между болтами межцентровой 25 мм. Вот такая вот штука. Внутренняя трубка для паунсона используется 20 на 20. К ней приварена миллиметровая пластинка. Ну, это чтобы были поменьше зазоры. И так она будет болтаться, то пластиночка стоит, и она компенсирует как бы разницу во внутреннем и внешнем диаметре. Вот. А, значит, что еще? Трубка, все понятно, да? А, вот трубка эта. Вот это и вот это. Это у меня были поломанные резцы токарные. Обрезал. Ну, тут не важно, что будет использоваться. Ну вот. В данном ситуации, значит, такой брусочек, да, скажем, 20 на 20, да? Вот они между собой соединяются. Вот так вот все это ходит. И, соответственно, если мы одеваем, совмещаем, вот, втыкаем болтики. Если мы болтики втыкаем, для облегчения и упрощения конструкции в этой щечке у меня нарезанная резьба. Ну, чтобы гайки не болтались, ничего там. То есть вот они закручиваются. Вот. Делалось, чертежей не было, как бы вот все это делалось по наитию, пробовалось, рисовалось на бумажке, чисто, так скажем, экспромтом это было сделано. Вот сильно дрожал, надо чуть-чуть отпустить, и все. Работает. Ну, здесь как тяга, значит, вот еще тоже шинка через болтик, так как, ну, должна шевелиться. Вот, в принципе, вся конструкция. Размеров особо нет, я и не задавался их цель, просто сама идея. Знаю, существуют из на базе дырокола, да, есть у нас дырокол, и одно плечо у него с дырочками, а с другой стороны у него как паунсончики, вот эти вот губки сделаны. Вот, вещь более компактная, более маленькая. Вот, заплатив один раз, получаем два в одном. Ну, у меня дырокол всего-навсего с дырочками, поэтому вот сделал себе вот такую штуку. Все, обзор закончили.